Дорогие друзья, подведу итоги. Да, и мне в этом помогут соседи. Короче, я заняла 4-е место по фото, по фотоработе мейкап. Арт мейкап. Вот, а по своей второй номинации я ничего не заняла. Ничего не заняла, правда, но как бы окей. Все-таки 4-е место, это офигенно, тоже классно. И я стала замечать совпадение, потому что у меня постоянно все ассоциируется с 4-кой. 4-ка, постоянно 4-ка. И я заметила такую особенность, да, примерно, что когда я пошла на жеребьевку, я была написана по 4-м номерам и вытащила, не помню какой. Какой-то номер, короче, вытащила. 5-й или я не помню, на самом деле, вот. Но просто суть в том, что опять у меня 4-ка, везде 4-ка ассоциируется. Я говорю, я могу много приводить примеров, но, блин, это классно. И я все-таки очень рада, что 4-е место у меня, то для меня все равно какой-то показатель, что все-таки я делаю все правильно, направляюсь в нужном русле. Вот. Но, конечно, я удивлена, потому что фотоработы я вообще не ставила ставку на нее. Это капец. Там столько было за пары совсем просто. И с фото тоже. И, о, господи, там столько всего. И я говорю, почему удивлена, что все-таки что-то заняла. И это показатель, что мне нужно ехать со стилями, со всякими там стрит-стайлы, там образы. И вот с мейком фотоработы можно попробовать. Вот, живу, короче, я у подруги Ангелины, ее молодого человека. Вот,
уже по ходу, какой здесь сегодня 11-е, приехали 8-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, уже 4 дня живу здесь, и еще пока буду здесь, отдыхаю, вот, поэтому, блин, классно, все прикольно, и вот все-таки такая мини-победа, но она у меня. И спасибо, конечно, большое всем, кто меня поддерживал, кто меня ободрял, говорил, что Вика, соберись, там, не падай духом. Это реально были люди просто посчитать по пальцам. Вот. Спасибо вам огромное, вы придавали мне уверенность и силу. Вот. Так что люблю вас, я ваша, я с вами, вы со мной. И спасибо вам огромное, и для меня это очень важно. А, еще хотела сказать по поводу моих волос. Они уже, кажется, правда, подмылись, но все люди вот просто на меня так смотрели, и им нравился мой цвет волос. А у меня даже пару человек подходило ко мне и спрашивало, чем я крашу, как что. То есть они тоже такой хотели розовый. Но это мило, это прикольно, не знаю. Мне очень приятно, там вроде бы, знаете, как казалось бы, там, ну, розовые и розовые, да, ну, что-то такое, ну, мятные и мятные волосы, а у меня получается, да, они необычные, вот темный корень, розовый и отбеленные кончики. А, и вот здесь еще тоже беленькие прядки. На самом деле я придумала сама, не знаю, может, я где-то когда-то и видела, да, вот, ну, такую покраску, но что-то меня переклинило, я решила так покраситься. Видите, в итоге результат даже прикольный. Ну, мне понравилось, что люди заметили это и оценили. Это прикольно. Мало чего, конечно, мне самой безумно нравится, а еще и люди это подтверждали. Ну, это приятно, классно. Но, насколько я помню, у меня никогда не было таких галимых покрасок. У меня всегда какие-то они вот интересные, какие-то все такие классные и креативные. Как вам? Напишите комментарий, нравится ли вам такой цвет волос, такая покраска, и рискнули бы вы так покраситься? Ну, смотрите, он уже подмывается, такой цвет, и мне, в принципе, нравится больше, когда он такой светло-розовый. Это снежок, снег пошел. Блин, как? Ну, вот снег пошел. Всем смекалом, дядя. Мы так отмечаем на вокзале. Какую кто? Всем какая уезжает сюда. Я тоже. Не факт. Это, конечно, прикольно. Все с четверками связано. У меня даже вагон четвертый. О чем я? Я просто видос уже снимала перед этим, что четвертое место, идем, четвертое место, я была в списке четвертое, и еще у меня все с четверками связано, там, дом, квартира и так далее, вот, этаж, черт, что это сказала, блин, ну, короче, ладно, вот, человечек меня провожает. Дать тебе 4 копейки? Нету. Я что, похожа на нищего? 40 копеек. Ребята. Что было 4? На счастье. Видите? Я уже и деньги собираю у минчан. Так что подключаться к партнерке, походу. Чтобы было весело. Идем в четвертом вагоне. Да? Вообще, я говорю, реально. Ой, люди. Все с четверкой связано. Это... Стоит задуматься. Боже, я думала, он падает. У меня даже 4 дырки в ушах. В ушах только. Снег, я тебе пошел. Все. В принципе, брез жди. Я неделю цену в Лабинске. Представляешь? Еще приезжай. Не хочу домой возвращаться. Оставайся. Спасибо. Где? Где там Галилео? Ты что, место забила? Подожди. В фотозоне. Да. Блин, снег. Я бы там видосы бы снимала. Представляешь, как было бы классно атмосферно, да? Да. Снимаешь там мишки, там окошки и так далее. Все, короче. Сначала закатывай. Ой. Только не вези. Спасибо. Улица. Это теперь сдача, короче.
Все, чао.